Радостная весть. Атырауский спортсмен Бекзат Джалгасов стал призером чемпионата мира по вольной борьбе, прошедшем в столице Хорватии, городе Загребе. В спортивном состязании участвовали более 500 спортсменов из разных стран. В первом круге он выиграл у македонского борца весовой категории 65 килограмм. Во втором круге у украинца. Я верил в своего воспитанника, и он оправдал наши надежды. Всем участникам желаю только удачи. Впереди у нас много планов и работ. Я очень рад. Посвящаю свою победу землякам. Я очень долго готовился. Мои соперники были очень сильными. Верю, что в будущем будет много побед.